И всем привет, 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 привет. Продолжаем проходить. Всем приятного аппетита и приятного просмотра. Сегодня я с вами поделюсь информацией, которая вышла 29.09, по крайней мере, я ее увидел этого числа. Это постеры Death Stranding 2. Меня очень заинтересовало. Мне, в принципе, первая часть понравилась. Симулятор курьера – это вообще что-то с чем-то. Это отдельное удовольствие. Я прошел. У меня она есть на Epic Game Store. Кайф. Жду вторую. По-любому жду вторую. Прям очень жду вторую. Хочу получить вторую. Прям часть куплю. Да, у Кодзима вообще, конечно. Кодзима. Что еще? Что из такого? Ну, из новостей игровых, в общем-то, все, наверное. Из того, что меня интересует. Ну злобости у вас вышли, да, давно. Дней 5, наверное, назад. 6. Что-то такое. Не знаю, там почему-то где как. Разное количество обзоров. Лайки даже стоят. Прикольно. Вот. Всем спасибо. Спасибо, что смотрите. Мне приятно. Вот. Что еще? Дзен. Мне нужны подписчики в Дзене, честно. Очень нужны. Прям очень нужны. Очень-очень нужны. Чем больше подписчиков я там получу, тем лучше. Потому что Дзен сейчас что-то перестал рекомендовать нормально. Вообще рекомендации притухли. Но. Ну, как-то так, такой вот разгончик подкинул. Ну, можно еще добавить, я сгонял в спа-салон. Вот. Мне болеечка делала массажик. Ух, кайф. Сначала меня с каким-то скрабом обтерли. Я вообще прочитал массаж. Думал, будет массаж. А мне тут скрабом обтирать. Сначала ноги мне помыло. Там же тоже скрабом обтерло. Потом все тело скрабом обтерло. Потом ты идешь моешься. Потом тебе делают массаж. Выбираешь, какое тебе масло нужно. Ух. Все тело просто болит. После этого массажа. Это было вчера для меня. Ну, в общем, после ночи я с утра еле встал. Кайф. В общем, если что... Спа советую. Спа вообще огонь. Так, что, камера тормозит или как? Не, вроде нет. Все, ладно, погнали, в общем. Короче, как-то так. Массаж огонь. Ой, что я делаю? Так, нички. Так, один был здесь. Что-то я прям отвык играть. Бывает. Так, а я что, точно решил, да, туда пойти? Может, мы туда не пойдем? Может, не надо? Я что-то не хочу, честно. В смысле я его не убил? А я думал, я его убью. О, пацаны, а чё? А чё сразу втроём? Так, ладно, они тут тормозят, и это мне очень на руку. Здравствуйте. Я принес вам записку для вашей тети. Метательный нож, это хорошо. Так, ну здесь пацаны, в общем-то, заныканные, как бы можно их тут как-то повыдергивать по одному, можно лук достать, если кому надо. Блин, Dark Souls вообще первый, это чисто вот, для меня это что-то типа искусства. С такой, знаете, своеобразную. Отлично получил. Лучить здесь вообще не сложно. А, они еще умеют пить вообще. Вот они засранцы. Так, давайте две бахнем на всякий случай. Вижу тебя. Вот так, хорошо, пока идем. Да хорош кидаться-то, а? Свидание. Раскидался тут, блин. Так, что у нас здесь? Большой. Большой. Большое оружие магии. Волшебство. Болш. Болш. Ну, в общем, мы поняли. А я смогу, кстати, в картину-то зайти вообще? Так, так, к слову. Потому что я и не смогу. Я тут губу раскатал. Ну, хотя бы это
Собрали уже хорошо. Смотрите, устройство не подо... Блин, значит, я все-таки не взял. А где у нас эта куколка? Там, по-моему, куколка, да, или что? Ладно, сейчас лифт обратно вернем. И пойдем тогда дальше, ладно. Ну, хотя бы большой собрали и сет. Так, не в ту сторону. Не в ту сторону. Погнали, вот в эту сторону. Так, предлагаю юзнуть камушек. Ой, камушек, косточку. Использовать. Мне лень что-то бежать, куда-то идти. Да. Без обид. Так, того. У нас... Что умеется? Что имеется? У нас много чего имеется-то. Ну, пока давайте, наверное, в кристальную локацию сбегаем. Да? Почему нет-то? Вообще можно, наверное, заюзать все эти. Использовать. Чем у меня их там? У меня их там много набралось. Мне жалко, нельзя сразу выбрать все, да? А, еще он перекидывает, отлично. Ладно, что там? Что там нам надо? Я что хотел? Какой-то очищить хотел. Что у нас по счету? Так, вот это я вообще хочу. Что для него надо? Нам надо 50 силы. Не, что-то до хрена, пацаны. Я, конечно, не против. Но что-то много. Пока давайте просто силу поднимем. Пойдем, наверное, налево. Да? Да, раритетная боль, мать ее. Эй, пацаны, иди сюда. О, нам же теперь вверху доступно, да, точно, кристальная локация. Это после того, как эта баба нам блюдце отдала. Так, так, так. Ага, я понял, да, хорошо. Здесь тоже, видите, один мимик. Один не мимик. Скорее всего, по-моему, тот светлый, это мимик. Два чемодана, они по цвету прям отличаются. Смысле? Слышь, редиски на мать. Какого художника, как ты это сделал? Вот прыгать еще умеет, блин. Тебе не тяжело прыгать, чувак? О, их стало хватать по 4 удара. Отлично. Так, что там? Вот это, по-моему, обычный, да? Да, хвостик назад. Мерцающий титаник. А вот это три диски. Ага, боюсь, боюсь. Так. 2000 дали алебарда. Стальная алебарда? Да? Или какая алебарда? Какая-то. Кристалла, да. Прочность 20, видите? Зуб дракона. Блин, тоже 40 силы. Блин, а что-то прям захотелось. А вы знаете, прям есть желание. А, прям вот хочу. Хочу с зубом дракона побегать. Так, до свидания. Блин, там сейчас два кабанчика будет. Не хочу. Тоже, да, невидимые стены. Но здесь хотя бы видимые стены сделали в виде
видимых стен, хоть они и невидимые. Или что, нельзя? Почему? Не, подожди, стоп. Что за хрень-то? Не, ну я, конечно, не против. А что я забыл? Может быть, после блюдца все можно прибежать? Ладно. Перенестись, храм огня. Храм огня? А что, можно и туда сбегать, да? В целом-то. Так, ну давайте тогда это блюдце отдадим, что делать-то. Алтарь огня. Великую чашу. Такое маленькое блюдце. Блюдечко. Что, опять видео тормозит? Это что такое-то с камерой? Нет? Нормально все? Бесит меня эта камера вообще. Это не камера, а программа, через которую все работает. О, я знаю, куда мы пойдем. Вот они, все. Теперь у нас все открыто, все доступно, отлично. Я про кое-какую локацию забыл совсем. Сорян. Такая, типа секретная локация. Типа секретная локация, который можно перенестись. Кстати, что это тоже костер. Все нормально, на нем тоже можно посидеть. Можно попасть из этой локации в эту секретную локацию. Так, ты уже не спишь? Да хрен с тобой. Так, ну ты мне что-нибудь новое скажешь, не? Ну хрен с тобой. А здесь я уже прыгал, да? Там я все забрал. Окей, окей, да. Очень секретная локация. Бля, если честно, я все это сам нашел. Я вообще никуда не смотрел. Вот. Я думаю, надо все собрать. А потом можно и пойти. Ключ от западного крыла второго этажа. Ну вы поняли, да, от какого крыла? Ну, если не поняли, посмотрите первую серию Dark Souls. Блин, Dark Souls на русском вообще пипец. Первый. Это так непривычно. Типа я-то играл на плойке. И там он далеко не на русском. Так, ну здесь вроде все собрали. Короче, а взрослый дядька будет яичком. Но взрослый дядька, это имеется в виду я. Ну, вы поняли. А если не поняли, то сейчас поймете. Я стал яйцом. Вообще не палюсь просто. Вообще мега беспалевный. Вот прям вот. Вообще даже не догадаюсь, что это я. Вот это яйцо, все. Я яичко. Как бы. До свидания, как бы, что я могу сказать. Я самое настоящее яйцо. Вот. Ой, блин, какого чушня, а? Какую хрень я леплю? Меня тут вороны воруют, а я тут шутки шуткую. Типа яйцо стырило. И возвращаемся мы. Если кто уже посмотрел первую серию, то прямо сейчас ставьте на паузу и смотрите первую серию Dark Souls первого.
И возвращаемся мы вот сюда. Не, ну, пацаны, вы что-то вообще охренели. Я, конечно, не против получать люлей, но все же это что-то как-то, ну, вообще жестко. Типа неприятно. Мне больно. Так, до свидания. Мне вот сюда надо. Так. Дальше, 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 дальше. Сюда. Пойдем вниз. Сбегаем до нашей клеточки, откуда все началось. Сбегаем до нашей клетки, это вот сюда. Блин, вода такая шумная, надо себе потише сделать, секунду. Так. Я сам себя не слышу, свои мысли тоже. Так, опа. А здесь уже, смотрите, рыцарь стоит, такой, типа, недовольный. Слышь, а ты где был? Он мне такой задает вопрос. А я ему говорю, а я вот сзади заходил. И все дела. А ты что? Ты тут... ах ты зараза, воткнул в меня, да? А я в тебя. Все по-честному. Обломы красного титанита. Так, здесь мы заберем странная кукла. И вот эта вот странная кукла нам, соответственно, нужна. Нужна. Давайте почитаем. Странная кукла в нелепом платье. Когда-то существовало такое чудовище, которому не было места в мире. Оно крепко вцепилось в эту куклу, и вдруг его затянуло в нарисованный мир, холодный и необитаемый. О-хо-хо, кто не понял, тот не понял. Так, здесь пацан стоит, помним его. Не забываем про него, вон он там стоит большой такой. Большой, страшный. Рычит. Ничего, ничего, мы сейчас вот всем накидаем. Так, я предлагаю... Опа. Ты кто такой? А, рыцарь, помните, он тут самовыпилился. Тяжело тебе, брат, да? Тяжело, брат, я понимаю. Тяжко тебе. Чит с эмблемой. Так, он, по-моему, получше будет. Что-то стабильность поменьше вообще. Ну, зато от защиты от магии. Я пока с этим побегаю. Пока с этим побегаю. Так, пошли налево, наверное. Так, подожди, сесть надо. Сесть, 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 сесть. Сесть, сесть, сесть. Сели, 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 встали, 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 встали. Так, где ты там? Иди сюда. Ты хорош. Я типа его не слышал, как он сзади шел. А я все слышал. Бочечки, блин. Так. Ну давайте сядем, ладно, бог с ним. Сидим и здесь. И на этом костре тоже. Так. Что нас будет здесь ждать? Еще один рыцарь. То есть, мне кажется, уже ничего нет, насколько я помню. Поэтому просто идем к рыцарю и получаем от него сбучку. Ну, еще втыкаем в него тоже. Это без этого никак. Как бы не... воткнуть рыцарю — это самое вообще святое. Тоже облом красного титанита. 1200 дал. Так-то пофигу на самом деле, ну просто это. Просто так захотелось. Так, ну здесь вроде ничего, там у нас, по-моему, тоже вроде ничего не будет. Да, здесь тип у нас, помните, был. Пляшку нам дам, самовыпилился, и сейчас с нами здесь его душа сражалась.
Так, что там, новый уровень нам хватит? 17 тысяч. Не хватит. Ладно, погнали дальше. Идем, идем. Так. Ага, шар опять стоит, видим. Видим и прыгаем. Я как бы этот... Понимаю все, но... Один тот же шарик катать туда-сюда, наверх-вниз. Блин, я не знаю, у вас прикол что ли такой? Не знаю, ну типа, зачем? В чем прикол? В чем смысл вообще этого прикола? Или это прикол ради прикола? Ради чего? Так, здесь пацаны. О, этот с щитом опять. Так, давай. Давай, кто кого, давай, давай, затыкаем. Вот, ключ от западного крыла второго этажа. Вот так вот. Ржавое железное кольцо, кстати, оно что-то делает. Так что не помню. Ржавое железное кольцо. Так улучшает чувство равновесия на нетвердой земле. Это железное кольцо использовалось для сковывания виновных. Все ржавое и немного испачкало крови. Ржавое. А, ну, в принципе, да. Нашедшее это загадочное кольцо к своему удовольствию обнаружит, что передвигаться по болотам стало легче. По болотам. Может, тут так часто по болотам передвигаемся? Ну, если вы понимаете, о чем я. Если честно, я не понимаю. Здесь, по-моему, кстати, можно перешагнуть. Я вот тут вот, по-моему. Нет? Нельзя. Странно, я думал, он мог, по-моему, здесь перешагнуть. Ладно, остался босик. Что у нас там есть что-нибудь? Ой, иклой выбросить. Использовать. Давайте вот так вот. Хватит там, наверное. Да, хватит. Сейчас качнемся еще. Новый уровень. Будем качать в силу. Если, конечно, не забуду я про это. Ну что, погнали к боссу. Мы готовы уже, я думаю. Или как? Может быть, что-нибудь наложить? Типа вот так. Хотя бы разочек. Ну да, это будет долгая битва. Не попали. А, нифига, я забыл, блин. Он здесь усиленный. Ну, давайте выпьем на всякий случай. Ай-яй-яй. Так, ладно, сейчас перестанем тупить, и нормально все будет. Успели, успели. Так. Дурак! Я дурак! Быстрее вставай! Фу, повезло. Просто повезло быстрее!
Так, давай, 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 давай. Заряженную свою пускаем, давай. Ой. Ну, повезло. Заряженную? Давай, давай, давай. Хорошо. Не попал! Почему? Опять не попал. Блин, его хвост еще мешается. Ну, в плане того, что он толкается им. Опа, попал, ладно. Ну все. Бродячий демон. Вот такой вот был босс. Как бы до свидания. Так, кусочек. Кусок титанита. Человечность, косточка, возвращение. 20 тысяч. 20 тысяч, это хорошо. 20 тысяч, это очень хорошо. Прям очень прекрасно. Ну, здесь выход все равно один. Это только сюда. Там уже рыцаря нету. Еще идем на костер, порталимся куда-нибудь. Кстати, быстро мы что-то локацию прошли, да? Вот так подумать-то надо как бы очень быстро. Ну, да, я думаю, прям совсем. Так, новый уровень обязательно. Сила. Все, качаем в силу. Так, перенестись. Ну, во-первых... Пошлите опять, наверное, сходим к картине. Или в кристальную локацию. Не, в, да, давайте картину на потом. Сгоняем в кристальную локацию. К Сиду. Надо обкашлять пару вопросиков Сидом. Вот. Хотя кто с кем будет обкашливать, он со мной или я с ним. Что видно будет. Ну, пацанов мы трогать не будем уже. Мы как бы все понаоткрывали уже, как бы там, что там. Но этого тоже можно обойти. Если он тупить не будет. А он будет тупить. Ах ты ж, зараза, ты мне в жопу решил натыкать, да? Ладно, ладно. Доставайся здесь. Мне 5 фляжек, я надеюсь, хватит. Но будем держать в голове, что можно и... Картинки сбегать потом. Ну, сейчас Сид быстренько приходим. Почему нет? Блин, локация, правда, тяжелая очень. Очень тяжелая. Иди сюда. Ой, елки-палки. Давай, давай, иди сюда. Ты чё? А, если чё, ему в жопу, по-моему, лучше всего втыкать. Но у меня закончилась выносливость, так что... Чё-то плохо как-то втыкается. Ну и чё-то. Ну давай, обрати на меня внимание, ты задолбал. Что, тебе жалко, что ли? Чё, ты чё? Чё тебе стена-то сделала, слышь? Куда пошел, Пумба? Иди сюда. Все. Хрен с тобой. Ты мне, может, шлем свой дашь? Нет, не дал, зараза. Просто из них такой большой шлем выпадает с высокой защитой. Но все остальные статуи там так себе. Пойдет, короче. А, кстати, кто обратил внимание, сколько мне денег дали? Мне интересно. Да я знаю, что ты меня спалил. Иди сюда. Ну. Ага. Нашел дурака. Ой-ой-ой. А вот это прям было хорошо. Я застрял. Так, все нормально. Пока все нормально. Идем сюда. Кабанчик, идем сюда. Ага. Иди сюда. Песик. К ноге. Так. Сейчас он тоже захочет развернуться, да?
Ага. Ну? Ты идешь ко мне, нет? Хорошо, давай. А что, ты что, боишься меня, что ли? Ах ты ж зараза. Воткнул меня все-таки, да? Ну? Хорош прыгать от меня, а? А что там, по магии боишься, не? Ну? Что такое? Ты меня заметил сзади, да? Я тебе там жопу решил почесать, чутули. Ну, совсем немножко. Ты можешь продолжать не обращать на меня внимания, в принципе. Ну что ж такое-то? Обратил, да? Ну, почесал я тебе немножко, ну и что ты? Не обижайся. Опять не достал. Что такое? Ну? Давай, давай, иди сюда, иди, иди. Иди. Ой, ой, боюсь. Ой, боюсь. Все. До свидания. Кабаний шлем. Кабаний шлем. Кабаний шлем. Кабаний шлем. Кабаний шлем, кабаний шлем. Видите, 26. 26. Но при этом защита магии, огонь, молния вообще прям мелко. Видите, сколько у этой, например. Или у этой. А у этого вообще 5-4-4. Вот такие вот пирожки, да. Ну, прочность 600, ни хрена. Да нам этого сета хватит. Мы немного потеряли. Типа, вообще легко. Вообще легко. Блин, эта локация мне не нравится, если честно. Вообще никак. Самая прям такая... Фу-фу-фу, скажем так. Кстати, здесь имеет смысл, наверное, вот этот щит одеть. Вообще, что у меня там на костре-то есть? Есть ли у меня что-то? Так... Что там у меня есть? Так, есть что-то. Так, ну это все не то, что мне надо. Ну, делаем вот так хотя бы пока что. О, у меня тут волын тоже, кстати, есть. Нехилое количество. Как-то так, как-то так. Что по сетам? 8. Так, а у меня, по-моему, 15, да? Че у меня, кстати, там по моему сетику? Да нахрен вообще тогда все это скидывал. Так, а у меня уже даже до двух прокачано. Ну, то есть, короче, у меня пятнашка магия, огонь пятнашка, молния пятнашка. Это на голове. Сейчас посмотрим, есть ли там что-то из головы. Просто локация с магией, это вообще жесть. Так, ну здесь 8, короче. 8 голова, здесь 7 голова. 8. 8. Так. Где еще голова? 10 голова. 11 голова. Так, 11. 12. 15. Остальные вряд ли мне что-то прям сильно дадут. Прирост. Ну, понятное дело, что еще сет Хавелла. Блин, тяжелая жесть. Поставим, наверное, пока и эту. Так, что у нас под нагруднику? Нагрудник 33. 33. Будет ли вообще хоть что-то выше, чем 33? Мне кажется, ничего не будет. Вообще ничего не будет. Ну, опять же, только Хавелловский, но он весит, блин. Ну ему нафиг. В остальном... А, ну вот, кстати. И ты золотом плащ. Так, оденем его, наверное. 38. Так, перчатки. Перчатки у нас, по-моему, были этого мага. Или что-то такое, да? Да. Черная кожаная перчатка. 12. Перчатки 12. 12. 7. 12. Ну, опять же, хавеловские до хрена. 12.
13. Так, и юбка 29. Юбка 29. Ну, да, 32 у Хауэлла, как обычно. 29 будет ли что-нибудь выше, чем 29? Мне кажется, ничего такого и не будет. Да. Сейчас приоденемся. Так. Вот и бол. А, смотри. Наручи из черного... Но они весят. Мне главное вес. Ну, в принципе, нормально. Что, нормально? Да, нормально. Пойдет. Пойдет. Погнали. Уже 36 минут. Чувствую вторую серию. Так. Стреляет он там, да? А я тебя ждал. Они медленные, конечно, но очень болючие, конечно. Так, ну все, одного убили, а то просто они вдвоем начинают. Так-то хоть по одному можно хоть как-то обшмалять его. Он медленный, очень, очень медленный. Так, здесь еще один где-то был, вон он. Так, а убью его, интересно, ваншотну? Так, вроде ваншотну, хорошо. Ох, он редиска. Спрятался, да, значит? Так, что-то мне не нравится. Положение дел. Пацанов стало слишком много. Так, ну это вот тычка осталась. Все, до свидания. Ну, кстати, по-моему, ну, чтобы там на одну локацию пройти, он нужен. Этот моб, которого только что убил. Кристальный, по-моему. Только когда активируется то, что мне с него нужно будет. А, по-моему, после того, как этот Гаргулю убью, или как. Фу, какой Гаргулю. Гидру, да, во. Сволочь. Кто там воткнул меня, а? Опять воткнул. Хорош. А он где там? Блин, этот еще там стоит, колдует. Да, обожаю эту локацию. В кавычках. Ох, как мне повезло-то сейчас. А если бы я в него сейчас не воткнул? Она просто. Фига ты пришел ко мне. Ты что такой нарядный? Ну, я, конечно, не против. Я просто вообще не ожидал... Ты что, встать решил? Я вообще не ожидал такого поворота событий. Ты сам ко мне повернулся. Не виноватая я. Ты сама. Я вообще ни при чем. Вообще-вообще. Так, ну, тут, по-моему, ничего нет, нихрена. Идем просто наверх. Идем не просто наверх, а идем убивать вот этого. Потом вот этого.
Потом давайте сбегаем в ту сторону, посмотрим, по-моему, вот, да, есть сундук, вижу. Какой обычный? Обычный. А с той стороны, смотри, тоже есть мерцающий титанит. Блин, мерцающим титанитом, кстати, сет Хавелла, интересно, можно качнуть? Тогда это вообще, мне кажется, имба. Представляете, сет Хавелла качнуть? Даже с мерцающим титаном, да без разницы, это самый вообще прям ультовый, короче, сет, типа, круче некуда. Так, кто где идет? Я кого-то где-то слышу, но не пойму где. Здравствуйте. Мерцающий титанит еще. Кстати, на этой локации нормальная будет. Сейчас тех еще двух пацанов. Хорош, пацаны. Все. Нормально все. Так, а ты уже такой, да? Ну, надеюсь, я выживу. До свидания. Очень повезло, я вообще не видел, куда его так идет. А, щит кристалла рыцарский. Конечно, стабильность повышена. Двадцатка прочность, это вообще ни о чем. Я побегал уже с этим, смотри. Сколько у него прочности стало. Ну давай по приколу, хрен с ним. Давай возьмем его. Ладно. Не, неинтересно. Короткий прирост моих возможностей, но потом ремонтировать такой фуфу. Не хочу. Блять. Мне, кстати, на левелап хватает. Мне хватает на левелап. Мы делаем вот так. Потому что мне надо сохранить. О, рыцарь кристальный. Мне надо сходить бабки, слишком много бабок. Не хочу терять на этом сиде эти бабки. Здравствуйте. Здесь вообще не знаю, откуда этот персонаж. Он такой здесь появляется. Везде. Хорошо. До свидания. Все. 3000. Ну, целый левел. Делочку кольцо сру. Хрен с ним. Просто идти сейчас качаться, потом подбегать обратно, ну такое себе. Так, мерцающий. Надо тут сразу просто подготовьтесь. К нему я забыл совсем, к этой ящерке маленькой. Ну, идем помирать. У нас других вариантов нет. Типа здесь мы никак не навредить, если что. Типа вообще никак. Он вас все равно убьет, так что. Самое, чтоб смерти у вас не охреначила. Смерть зло, поэтому лучше пускай льдом. Все. Ногой сит. Да, вы поняли. Так что какие-то вот такие вот дела у нас. В общем, архивы герцога. Ну, я понял, что ты. Все, кольца нету. Ну их, блин, с ним. Дальность так и улучшает чувство равновесия. Так. Дефис пока, наверное, защиту сделаю. Короче, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Подписывайтесь на Дзен канал, подписывайтесь на Рутюб канал, Ютуб канал. Рекомендуйте мое видео своим друзьям, товарищам. Ставьте лайки. Всем удачи. Пока-пока.